Где у вас болит, Вера? Везде. Сделайте глубокий вдох. Ваши легкие в норме. Это плохо. Я могу освободить плечо, но в ноге я могу задеть большеберцовую артерию. Звучит плохо. Вы умрете. Предупредить не могли? Исследования показали, что ожидание усиливает боль. Шон, как у вас внизу? Все в порядке. Если не считать воды. Можно побыстрее. Судя по скорости воды, у нас есть около часа. Ногу я отрезать смогу. В гражданскую войну был доктор, который ампутировал конечности за 3 минуты. Кровопотери и боль были минимальны, что снижал эффект шока.